нове футбольне поле 27 на 15 метрів зі штучним газоном, головним інспектором майданчика, малечі припало до душі. Тепер ребята можуть нормально, з удовольствием грати. А то тут просто мальчики бігали, падали, а так хоча б зараз можна, ну, вони будуть падати і не буде так больно. Діти можуть там приходити туди і грати. Дитячий спортивний комплекс саме на цьому місці необхідний, наполягали місцеві. Говорили і на зустрічах із народним депутатом. Житловий масив «Сокіл» густонаселений, і дітей тут багато. Продовжуємо дальніше спілкування. Ми відчуваємо вашу допомогу, підтримку. І немногі можуть цим похвалитися, а тим більше таким замечательным подарком, как детская спортивная площадка. И могу вам сказать, я являюсь подписчицей вашей страницы, это правда. И нашему округу завидуют многие жители других районов. Странно, когда целый жилмассив и получился он вообще без внимания со стороны властей. Скажу вам так. На самом деле, это программа по строительству мини-стадионов, детских площадок, зон отдыха. Она только начинается в нашем городе. Я буду и дальше, мой фонд Бориса Филатова, ее продвигать. Это подарок для вас всех, кто здесь присутствует и кто не присутствует. Каким-то образом скооперируйтесь. Понятно, что весь этот комплекс будет относиться к 83-й школе. Следите за чистотой, следите за порядком. Стыдите пьяниц, которые тут будут сидеть и распивать спиртные напитки. Это не мне, спасибо, а вам спасибо. Все, хватит благодарить. Олена Литвиненко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.